Всем здравствуйте. Поехали мы с Вороном по угодьям прокатиться. Вот заячий след. Собак сегодня не взял. Ворон, погоди, голову отверни. В общем, туда обратно. А туда я ехал так вот дорогой. Тут вот кусты. Вот на предыдущем, наверное, на видео с собаками, когда я был, Тетеревов там порассказывал, что слетели с кустов. В общем, как раз вот метров 100 был в стороне. В общем, с той стороны вот этот молодняк, много заячьих следов, и на ту сторону кусты. Кусты есть. Кусты как бы туда ходить нельзя, там другая зона. Но нельзя-то это, потому что сегодня свежий снег и не метель. Так что мы туда не пойдем. Но заяц, я думаю, скорее всего, где-то тут лежит, потому что предыдущие охоты всегда он поднимался с этого угла. Там как раз, где можно ходить. Сейчас туда подъеду, где следов побольше. И привяжу ворона. С него стрелять в кустах явно неудобно. Может быть, даже где-то здесь. Ага, вот скидка вроде как. Да-да-да. Да-да-да. Скидка туда, в общем, вправо. Сейчас тогда привязываюсь с краю, ружье собираю и положу здесь. Если здесь нету, ну не получится. Есть-то он есть, только кусты. Не получится, если здесь, то проеду дальше. Вернее, в ту сторону дома. Я-то уже выехал. Возвращаться надо будет в сторону дома. Еду я уже, все свои дела проверил. Ничего интересного нет. Никого не видел. И проеду туда, где в предыдущий раз по зайцу стрелял. Так, сейчас где-нибудь здесь и привяжемся. Давай вот сюда. Чтобы кусты не мешали. Ну, в общем, как-то вот так пробовать буду на зайца. Снег у нас, метель с утра была, часов 7 кончился. То есть вот этот след под самое утро был. Есть хуже гораздо следы задуть-то более сильно. Ну ладно. Ну, вроде как бы и все. Да, ворон? Все, давай. Пожелай хозяину удачи. И мы пойдем. Камеру вот никак не примостить. Пробую дома как-нибудь подвязать, начиная головой, когда крутить, она у меня постоянно сбивается. Так что о результатах в конце видео. Я пошел. Вот, в общем, еще одна двойка. Иди обратно. Первая была с той стороны. Входной след, он возле того кустика. Сюда он зашел. Либо он, короче, все-таки здесь. Но я думаю, вот в этих кустах. В этих кустах мне его одному никак не взять. Ладно, сейчас еще вот так вот обойду. Я думаю, он все-таки в траву должен был уйти. Идем дальше.
то вот как раз вот этот кустик, он там вот заходной след. Ну и вот он ушел. 1-0. Ну как 1-0, уже даже 2-0. Сейчас зайду, погляжу, где он все-таки лежал. Вот, наверное, как раз пока я разговаривал по телефону. Он, наверное, где-то тут и лежал. По телефону говорю, на видеокамеру. Вот это уже он прыжками пошел. Вот, в общем, у него лёжка была. Вот она, если видно. Не знаю, как видно. Либо вот, натоптанная, там натоптанная. В общем, а я по прямой от него шел, как раз тут же разговаривал. 15 шагов. Метров 12 вон он куст. Я причем вот там вот останавливался, поворачивался как раз. А он в это время, видимо, туда еще бежал, потом обратно вернулся. Ну ладно, что. По времени ограничен немного. Пусть он тут бегает. У нас еще будет шанс. Поедем еще другого попутную сторону дома. Посмотрим. Если и тот еще нас тоже так же обманет. То зайцы это как рыбалка, это не мое. Вот так, в общем. Было интересно. Интересно было идти. Думал, вот сейчас вот выскочит и как его. А никак он выскочил и все, и убежал. Фигушку, говорит Михаил. Вот это он зашел. Так, ну ворон у меня стоит. Меня ждет. Да, ворон. Улыбается, смеется надо мной. Опять, говорит, тебя надурили. А тут до следующего зайца буквально метров 700, наверное, проехать. На, держи. Подарок тебе. Может, так повезет. Ну что, приехали мы на очередное место. Заячьих следов я пока не встретил, только он все в козлиных. Поставил ворона, в общем, веревку ему подлиннее привязал. Зайца ориентировочно он будет ждать оттуда. И чтобы у него был запас для маневра, для движения туда. Метра два сюда, метра два. Ему главное это раз попасть. Хоть копытом, хоть зубами. Да, ворон? Пакостный конь. Задаю у меня дня три назад козу. Вторая коза уже, которую он попытался того. Первую я спас тогда прошлый год, как раз в это же время примерно. С работы приехал, орет. Вышел в сарайку туда под наезд, забежал он ее. В основание головы держит за шею. Та уже шатается еле, начала катиться. Копыта торчат. Меня увидел, бросил ее. Она сарайку ее другую увел. К свиньям очухалась. Благополучно окатилась. И вот буквально дня три назад пошел управляться. Все козы вышли, не пересчитал их. Овса им насыпал, кушали. Зашел к ворону. Овес сыпать.
Без фонарика, так думаю, у него бачок там. Знаю, где стоит. Слышу, коза вроде как кричит. Думаю, наверное, окатилась. Должна была катиться. Они у меня там через загородку живут. По соседству уже года 4, наверное. И вот у него никогда их, как бы, доступ к ним. Там типа как заборчика, загородка. Ну, голову может к ним поднимать. Опускать, вернее. Им не перебраться к нему, это надо высоко прыгать. Как бы 365 дней в году контактируют. Что на него находит, не знаю. В общем, фонарик на телефоне включил, захожу, она возле него, у него лежит. Он ее через эту загородку перекинул и шею сломал зубами. Живая еще была, но пришлось дорезать. Два или три козленка. Оставалось буквально полторы недели до окота. Так что у него все шансы зайца поймать или козла есть. Если я на него их выгоню. Что вот так вот, вот идем, заяц, если ориентировочно, если есть, то он в той стороне. Сейчас так вот кружочек дам. Что, может тут быть не один. Ну ладно. Вот, в общем, я трех козликов минимум спугнул. Лежат, там тут тепло, все мокро. Зайчик я таких следов так и не встретил. По свежести, как тот. Есть какая-то тропка. Туда, в правую часть. Задуто сильно. Не понять, в общем. Количество направлений даже примерное туда-сюда. И все. Обошел там кругом. Туда вправо не пошел, в обратную сторону. Так, сейчас тут еще пройдусь. По канавкам, по этим. И к ворону выходить. Это у нас так. Охота на зайцев. Если повезет. Счет я тут говорил 2-0, 2-1 так-то, но чуть свои вообще не занизил достижения. Что я скажу? В общем, вспотел я. Прошел тут километр, наверное, по кругу. Однако неприятнее ездить. На коне я проехал уже 20 минимум, даже больше. И я совсем не устал. Ну и погода сегодня вообще хорошая. Не знаю, а он уже и ворон мой. По градусам не знаю сколько. Ну тепло, градусов 5, наверное, мне кажется. В общем, вот такая прогулка. Сейчас, наверное, полями и домой по-быстрому. Может быть, еще и с собаками потом схожу. Попозже, к концу дня. Вот так вот. Всем пока. Если ничего еще не будет, что заснять. Не каждый раз добыча, не каждый раз. Надо иногда просто уставать. И получать удовольствие от процесса.